Ну, сезон, в принципе, как регулярно в чемпионате очень получился, неплохо. Были настроены, естественно, только на победу, на первое место. Но результат показал немножко, не оправдал наши ожидания, скажем так, в финальной игре. Потому что все-таки игра до одной победы, не хватило концентрации какой-то, может быть. Плюс где-то судьи, скажем так, не помогли. Не нам. Естественно, мы в уровне, наверное, подросли. Ну, не наверное, я бы сказал, даже точно. Более дружнее стали. То есть, в принципе, все же люди остались практически. То есть, сильно ничего не поменялось, кроме того, что как дружнее стали.